Алло, было бы. Здравствуйте. Сегодня у нас 13 февраля 2012 года, и мы начинаем новый цикл тренировок. Я Юрий Спасокуковский, персональный тренер. Вот взял себе двух новых напарников, познакомились, подружились. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день, я Роман. Добрый день, я Олег. Вот, Роман и Олег будут со мной заниматься, и я рассчитываю вывести их на новые результаты в их занятиях. Теперь хотелось бы немножко узнать о результатах. All I know how to do is grind, baby. It don't matter what Steve do to me, cause it's only gonna make me stronger. I don't know about TBT, I don't know if they gonna last much longer. It don't matter what Steve do to me, cause it's only gonna make me stronger. I don't know about TBT, I don't know if they gonna last much longer. No golfer, no, no, but he always rolls with like 18 hoes. I'm tired of these boys with their raps about gats, about coke, about crack, about smack. Look, buddy, here's the facts. When it comes to their rider, they the first. When they see them feds round, they the first to snitch. When they get that money, they the first to switch. And if you blow first, they the first to talk shit. I've learned not to trust, not to care. Me, I just breathe and I'm taking it. Добрый день, меня зовут Санилский Роман. Мне 18 лет, мои силовые показатели на сегодняшнее время в жиме 120 кг, при весе тела 96 кг, приседания 160 кг, становая тяга 180 кг и поднимаю я на бицепс от 40 до 50 кг. А какой объем бицепса? Объем бицепса сейчас 45 сантиметров. Вес сейчас 96 килограмм. То есть 18 лет уже больше, чем я. Хороший материал для создания чемпиона. И здравствуйте, меня зовут Крит Олег. У меня силовые сжимания 110 килограмм. Бицепс идет 40. Становая 200 килограмм и присед 160. Ну, по-моему, тоже довольно неплохо. Вот, ну что, покажем бицепс и пойдем сейчас тренироваться. Первая тренировка в зале бицепс. Посмотрим, что будет через 2-3 месяца. Через сторону. Вот сюда. Да, 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 да. И опять. Хорошо. 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 Руку полностью выпрямляешь. И более плавно. Все, достаточно. Следующий. Продолжаем работу. Хорошо. Ну что, ты уже мечтаешь о руке 50 сантиметров? Да. Я мечтаю стать катером, только со такой талией. Катером только с узкой талией, да? Неплохое желание. Когда раз ты мечтаешь стать катером, увеличиваешь вес 75. Катер меньше 75 килограмм бы не взял. Так что. То есть видишь, твоя ошибка, что ты тянешь назад, а надо тянуть лишь через стороны. Давай, ходи. Давай, хорошо. Хорошо, хорошо. Не спеши. Это пока разминка. Все, не увлекайся. То же самое. Ты тоже мечтаешь стать как Джей Каттер? Конечно. То есть, или есть какой-то другой такой кумир? Может, Флекс Уиллер или Колман? Нет, Колман был получше, но побольше. То есть у нас будет украинский Джей Каттер и Рони Колман, да? А я буду белый Рони Колман, а я буду смотреться как гномик, да? Такой маленький, но так как я буду тренер, то мне будет нормально. Ну что, поехали, сделаем и 5 килограмм 120. Смотри, так как я буду подлетать, ты должен подойти сзади и слегка меня придержать за трапецию. Возьми за ляночку, потяни. Да. И наступить надо на стену. Наступить. Вот сейчас хорошо. Сейчас хорошо. Thank you.
А теперь возьми за руки. И последний раз. Чуть-чуть вниз. Вверху я сам. Сам. А теперь вниз. Еще вот так. Сам. И вниз. Верхнюю половину движения сам. И вниз. Хорошо. Смотри. Слезай. Сама траектория движения чисто вертикальная. То есть вперед-назад не смещается. Попробуй. Носки назад. Не понял, Петя, да? Ну пошел. Давай. Даем. Ну что, покажи, вращаешься сзади. Что-то уже напухло. Да. Ядовито прокачивает. 110? Давай поставим. Ты же меньше весовой. Ну, как его, или сложно? 110 такая? Хорошо. Давайте берем подойди чуть-чуть. Он в лямах не то самое. Да. Он двигается. Да. На живот. Запил. Ну что, локти вперед выходишь? Здесь вращаешь, руки ровные. Напрягаешь. Хорошо. Я считаю, что для начала довольно-таки неплохо. Помещаем шумкары и продолжает Женя. После этого видно, что ты думаешь. Ну что, есть? Они там были открыты. Ну что ты там плакат, я говорю? Да пока что на них был похож, я думаю, был такой же рекламный. Пока что похож только прической. Но это уже прическа уже плакатера, уже 1% задачи выполнен. Да, осталось мелочь, 99%. Но на самом деле, считаю, что для 18 лет у тебя, как у молодого Шварценеггера, достаточно выдающиеся данные. РВК 45, 18 лет, это не царство, я вам скажу.